Соловей разбойник. Идем спасать капусту. У нас резко похолодало. Прям морозы пошли. И два кочана-то у меня остались. Вот такой тесак у меня. Пойдем. Ты с таким тесаком-то поаккуратнее махай-то. А то знаешь, что будет. Ой, мат, что будет. Соловей хоть свистел, а тебе свистеть нечем будет. Видите, что творится? Да. А буквально два дня назад были дожди, тепло. Ну что, руби ей голову. Слышно? Заморозило. Нужно спасать. Этот вилок так и не завился у меня. В общем, вот эти листики более-менее отламываем. На зеленые щи пойдут. Помоем, обсушим. И на зеленые щи замечательно пойдут. Щи-то ты вкусно делаешь. Молодец. А руки-то мерзнут. Вообще невозможно. Ну-ка. Просто ужас. Но на улицу ее не взяли. Ругается. Сейчас придем. Подоконник ходуном ходит. Че, рубить будешь? Ну, давай таким чесаком, не грех рубить. Ну-ка, ну-ка давай. О, молодец. Ой, вот этот не завился, тоже придется на щи на зеленые. Сейчас таз, что подтаял. Да. И все. Ну, а этот хоть и завился, но замерз. Ох, еще каким тесаком-то надо уметь. Нифига себе. Вот нормально. Вот это кошечек, картошечку почистить будет. Это кусты рубим. В общем, все. На лесных путиках. Это не успели перекопать. Это должно быть внутри в земле, но передают потепление через несколько дней. Может быть, успею зарыть. Ну, в общем, листики замороженные складываем в раковину, пусть они оттаивают. Этот кочан, который не завязался, рыхлый, я также буду перерабатывать. Вот эти листья уже отошли, я их помыла. В общем, ждем, пока оттают листики, моем. Беру лист вымытый. Вот эти вот толстые жилки нам не нужны. Сразу вырезаю их. Выкидываю, они вообще не понадобятся, они жесткие. Ну, откладываем как угодно, как удобно. И нарезаем. Ну и так с каждым следующим листочком. Я не очень крупно, не очень мелко. Вот примерно вот так вот. Замораживать буду вот в таких контейнерах пластиковых. Есть большие, есть маленькие. У меня такие побольше размером. Часть я буду замораживать со щавелем. В общем, раскладываем по контейнеру. Способ. Берем обычную емкость, любую. Берем обычную соль. Вот я сюда насыпала уже. Укладываем нарезанную так же самое капусту нашинкованную. Листья капустные зеленые. Присыпаем слегка солью. Дальше укладываем. Присыпаем опять солью. И так до окончания, пока не заполним всю емкость. Я делаю небольшую, потому что
Я больше люблю замороженную, а здесь получится у нас просоленная. То есть уложили, опять посыпали. Дальше слой. Соль на глаз, я даже не могу сказать, сколько точно примерно, ну, чтобы немножко было покрыто. Вот так вот делаем до окончания, пока не заполнится емкость. Как только сверху мы заполнили, вот практически до конца, посыпаем посильнее немножко. Засыпали посильнее, соли побольше. И можно поставить груз любой сюда и вынести в прохладное место. Я груз не ставлю, так как соли здесь достаточно. Просто закрываю крышкой и выношу в прохладное место. Стараюсь вот эту использовать побыстрее, потому что замороженную в любой момент достанешь. Но эту побыстрее стараюсь использовать. Храню я вот эти контейнеры с заготовками для зеленых щей в нижнем ящике морозилки. И в любое удобное мне время достаю их и использую по назначению. Вот так вот я делаю заготовочки. Может, кому-то будет пригодиться. Всем спасибо, всем пока!